А теперь о сенсационном решении двукратного чемпиона мира по вольной борьбе Виктора Лебедева. Спортсмен, который победил на недавнем первенстве в Якутии, заявил, что не поедет на Олимпийские игры в Бразилии, потому что считает свою золотую медаль незаслуженной и хочет восстановить справедливость. Чемпионат России в Якутске сопровождался многочисленными скандалами. В четвертьфинале поединок представителей Якутии Виктора Лебедева с борцом из Дагестана Исмаилом Мусукаевым завершился со счетом 3-3. Но судьи отдали победу Лебедеву. Дагестанский спортсмен толкнулся соперник, атмосфера на трибунах накалилась, на поле полетели пластиковые бутылки, дело дошло до вмешательства ОМОН. Специальное жюри признало ошибки судейства, но результат поединка не изменило. Сборная Дагестана в знак протеста отказалась участвовать в чемпионате во всех весовых категориях. Ситуация практически повторилась в финале, в котором Лебедев встречался с борцом из Бурятии Александром Богомоевым. После долгих разбирательств на первой ступени пьедестала оказались оба спортсмена. Как заявил агентство ТАСС, глава Олимпийского комитета России Александр Жуков, в ближайшее время он проведет встречу с руководством Федерации спортивной борьбы России, на которой обсудит заявление Виктора Лебедева, а также другие проблемы российской вольной борьбы. А министр спорта Виталий Мутко не исключил, что будут проведены дополнительные соревнования, чтобы выявить сильнейших борцов для выступления на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.